Телеканал CNN расторг контракт со своей сотрудницей, которая подсказала Хиллари Клинтон вопросы, которые должны были прозвучать во время ее дебатов с соперником Дональдом Трампом. Еще летом Донну Бразил назначили временным председателем Национального комитета демократов. Тогда же сотрудничество с ней приостановили. Теперь в руководстве заявили, что им очень неловко, а еще, что они не предоставляли Бразил никаких материалов по дебатам. В штабе Клинтон информацию по утечкам никак не комментируют. Зато бывшая первая леди прямым текстом призвала Трампа немедленно раскрыть свои связи с Кремлем. В то же время ФБР так и не нашло доказательств того, что миллиардер имеет какие-либо связи с российскими властями. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», бюро все лето вело расследование в этом направлении, но в итоге ни одной зацепки. Ну и добавлю, что антирейтинг Хиллари Клинтон, согласно опросу Washington Post и телекомпании ABC, достиг 60% и превысил показатель республиканца.